Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Арза, и сегодня мы продолжаем проходить модификацию отшибок. У нас на повестке дня несколько заданий. Одно основное, нам глава бандитов Тесак поручил убить сталкеров на барахолке. Твою мать, ладно, я делаю это только ради контейнера, да. Ситуация, конечно, такая себе. В тот момент, когда я решил поработать на бандитов, вероятно, я чуть перехвалил, скажем так, сюжетную часть этой модификации, и тут же все банально. Бандиты плохие, сталкеры хорошие. Ну а сейчас мы направляемся на одно из дополнительных заданий. Хава Нагила, убить исламиста. Очень странное задание. Религию Мойши предал его бывший друг. Он попросил наказать его. Координаты его КПК прилагаются. Не буду церемониться, просто убью. Дело с концом. Сказать, с ним даже поговорить нельзя. Ну, это бред. У него, кстати, калаш. Ну ладно. Калаш, который мы забрать не можем. Можем. Так. Не-не-не, тише. Это у нас по сезонам. Артефактов, как вы видите, нет. Ну что, серия максимально тупых заданий продолжается. Это задание совсем уж прям какое-то, как бы диалог какой с ним создали, я не знаю, какая никакая вариативность была. Ну, убили и убили. Друг Мойши получил по заслугам, нужно вернуться к нему за наградой. Ну, по деньгам у нас ситуация не шибко хорошая, пару артефактов мы продали, потом деньги мы потеряли. Ну, что же ты снова приволок? Это, пацан, держи штучку кое-какую, радиоактивную, правда, но дал нам артефакт. Ну, неплохо. Так, что у тебя тут есть интересного, дружище? Ну, кстати, вот это вот нормальная тема. За 3000 вполне. Да, конечно, жалко деньги вложенные, но эта штука просто на 5 патронов. Просто из-за этого больше никакого другого дробовика я здесь не наблюдаю. Там какой-нибудь Чизер или Ремингтон я бы с удовольствием купил, правда, боюсь, он стоил бы. Че сегодня патроны вообще за бесценок продаются. Сейчас бы водки, на самом деле, я скинул. Да, наверное, даже всю водку можно скинуть и двигать дальше. Да, придется нам сейчас. Я вспомнил, что здесь пройти у нас никак не получится. Так, ты у нас торговцем не являешься. Естественно, придется уничтожать сталкеров. Не очень хочется этим заниматься. Но здесь ситуация складывается именно так, к сожалению. У нас есть еще квест, кстати говоря, в Темной долине. Волк попросил найти убийцу Демьяна. Судя по записям самого Демьяна и в его КПК, поиски стоит начать на базе бандитов в Темной долине. У нас есть, кстати, переход сразу, да, переход сразу есть. Как бы я могу прямо сейчас туда отправиться, но пока что у нас наше основное задание это вот... Ну вот это вот задание, короче, нам в любом случае нужно добыть контейнер и отправляться в бар. Может быть, перед тем, как идти в бар, все-таки я загляну. Темную долину, не знаю. Блин, когда эмбиент пропадает... Игра, если честно, становится прям невероятно тихо, и это совсем не круто. Вот, вот этой вот паузы хотелось бы, чтобы ее не было. Так, сталкер нам интересно, изначально будет враждебный или как? Здесь их 7 человек.
Кстати, интересный такой момент. Да, здесь у нас по-прежнему долговцы. Слушай, все вопросы к главному. Так. Я хочу попробовать поговорить с кем-то из них. Может быть, это... Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Даст какой-нибудь результат. Но, правда, в этом, конечно, я очень сомневаюсь. Пошные. А дома-то как было? Придешь вечером, а баба домашнего на стол глядя. Сначала оружие с рук прибери, тогда и разговор. Пули железные. Это ж просто у них и механик был, и вот только не было. Где эти все ребята? Ну что-то как-то не вижу я никакого персонажа, который может нам дать диалог. Зря, наверное, я в этой модификации пытаюсь найти какую-то вариативность в квестах, и стоит их просто перестрелять. Ну да, как будто бы эти ребятки просто ушли. И поэтому здесь никого. Вот дерьмо-то. День коту под хвост. Так, парочку мы решили. Еще один готов. На самом деле у меня прям неприятно их, правда, убивать, но переигрывать я уже не буду. Модификация просто не стоит того, как мне кажется. Я не мог предположить, к сожалению, что повернется именно так. Значит, в этой модификации будем отыгрывать плохого сталкера. Но здесь настолько все глубоко проработано, что вот этим вот парням вообще насрать, что пришел какой-то бандос, по сути, и нахрен перебил всех сталкеров. Они, кстати говоря, все с МПшками. Не знаю, может быть, это их пособирать. Смогу отдать. Это, кстати говоря... Даже не понял, как умер. Я в него вроде выстрелил. А он как остался, как сидел, так и сидел дальше. Как говорится. Соберем. Что плохо лежит. Еще один труп. Вот здесь у нас. Да. Мы же ставим. Стволом. Ну, можно, кстати, беретку взять. Вроде бы она в неплохом состоянии. Посмотрим, может быть, кто-нибудь у нас и купит это барахло. Ну что, наше последнее задание выполнено. Теперь мы должны получить контейнер. И судя по прямолинейности задания в этой модификации, мы его действительно получим. Что-то я как-то сомневаюсь, что... Бандит решил решить нас как-то обмануть. Готово. Ща пощупаем. Жмуран-то оно уже все без мазы. Оп. Бандиты заполнили свалку. Все поступки имеют свои последствия. Оно в целом логично. Ну, хоть какая-то иллюзия выбора, я думаю, если бы мы сыграли на стороне сталкеров, логично бы, что сталкеры заполнили свалку. Ну. Нам оно как будто бы все равно. Че тут? Реальный пацан, вы не атаковали бандитов сразу, а выяснили, почему они так поступили с Марком. Это достойно уважения. Так, это было в одной из предыдущих серий. Так, вы решили помочь реальным пацанам на свалке. Ваши действия привели к тому, что свалка переполнили бандиты. Теперь простым сталкерам приходится куда труднее. Да, братцы. Со всеми вопросами вали к бригадным. Волыну заныкай, тогда и побазай.
Да, в целом дефолтный обычный сталкерок. Но ему можно что-то допродать. Тело. Мы в итоге получили контейнер. Контейнер, украденный бандитами. Нужно отдать бармену. Я там пропустил. Он нам еще дал десятку. Появилось новое задание. Долгожданный приз. Откуда у нас деньги? Так. Я получил контейнер. Бармен уже ждет его. Нет, давайте пока, наверное, это оставим. Может быть, как типа для отдельной серии. А сейчас именно что направимся в бар. Посмотрим, что у нас будет там. Модификация, конечно, потихонечку навеивает на меня прям скуку. По-другому это и не сказать. Ничего совершенно не происходит. Все. Ничего себе, командир. Рядовой. Даже, блин, командир отделения таких обычно не ставит. Давайте по привычке заглянем. Здесь ничего интересного совершенно. Будем двигать в бар. Чтобы не уснуть. Ну, три. Отдых. Снова эта дурацкая максимальная надпись. Вот уж что с чем, понятное дело, там ошибки в катсценах, там какие-то не очень красивые катсцены, еще что-то, это можно объяснить неопытностью мастера. Но уж надпись-то можно было сделать, я думаю, по центру и красиво. В этом нет никакой сложности. Бар у нас, кстати, переделал. Не знаю, сам автор переделал или эта локация откуда-то взята. Скорее всего, сам, потому что ну, я достаточно много модов прошел на сталкер, поэтому могу сказать с уверенностью, что похоже это бар наручный переработки, разработки. Как же бесит, что мы устаем каждые 5 секунд. Причем что улучшение костюма плюс 10 килограмм, артефакт на дополнительный вес вообще ни на что не влияет. Мы как бегали, как последний урод. Проходи, сталкер. Сидор нам сообщил о тебе. Так и бегаем по-прежнему. Ничего не меняется. Так. Контейнер. Пускать нельзя. Давай. Горгуша. Рядовой горбуша, блин. Честь одной вкусной рыбки. Ладно. Ни хрена себе тут небеси. Умер. Так, это какой-то, видно, квестовый персонаж. Здесь у нас медик имеется. Арены тут нет. С арены-то что случилось? А нет арены. Долг прикрыл не так давно. Говорят, мол, сталкеров зазря терять незачем. Помещение переквалифицировали для других целей. Транспорт стоит там. Зачем, только непонятно. Не работает ведь все равно. Так, медицинская помощь. Сгоря аптечек. Можно прикупить. О чем? Убирай. Считай, в ноль вышли. У нас тут еще есть. Так, понятное дело, ремонтник. Важный квестовый персонаж имеется. Ну, типа по схеме, конечно, Барты не изменился, но в целом выглядит поприкольней. Проходи, не задерживайся. Странно, что техник у нас сидит у Сидора. Такое давно не видел. Здесь нам проходи, не задерживайся, никто не говорит. Если нужно что, спрашивай. Слушай, у главного. Все вопросы к главному. Бурбон. Блин, прикольно. Угу. Привет, ты синоптик. Меня попросили тебе кое-что передать.
Смотря кто спрашивает, что передать и от кого. Зови меня Нептун, я от шамана. Он попросил тебе вот эту флешку передать. От шамана? Тогда давай. Спасибо за доставку, вот твоя награда. 5000 нам дал. Интересно у тебя кликуха, синоптик. Да я буквально синоптик. Раньше я всегда и всем погоду сообщал на следующий день. Раньше? А сейчас что? Чувствительность не та. Сейчас со мной специального оборудования нет. А что за устройство? Около года назад я работал вместе с Сахаровым на Янтаре. Я с его помощью где-то за 2-3 месяца сконструировал один прибор. Он позволял собирать данные о поведении некоторых аномальных зон, отслеживать малейшие изменения в их поведении и на основании полученных данных предсказывать погоду. Не знал, что аномалии меняют свойства в зависимости от погоды. Меняют — это громко сказано. Зайдешь ты в условную карусель, в дождь или в ясную погоду, разницы нет. Блин, ну как тебе объяснить-то? Ладно, можешь не стараться, я далекий от науки человек. Ну так и что не так с прибором? Промок от дождя, что ли? Не угадал. Один бухой придурок повздорил с барменом, говорит, мол, выпивка у тебя дорогая чересчур. Ну, на него особо внимания никто не обращал, и не таких кадров видали в баре, но этот индивид решил присесть, внимание, на стол. И уж не знаю как, но он не заметил относительно большое, но хрупкое устройство, ну и раздавил его на его к херам. Знал бы, как этот мудак меня разозлил в тот момент. Да уж, представляю, извини, перебил, продолжай. Ну, я не выдержал, обматерил его и на эмоциях вызвал на бой на арену. Он-то пьяный был, сразу согласился, хотя в его глазах я увидел стыд за то, что он сломал мой прибор. А в итоге, как-то вероятно, уже понял. Я убил его. Тогда я чувствовал удовлетворение, но сейчас, честно говоря, не знаю, что я чувствую сейчас. С одной стороны, бой на арене был, очевидно, неравным. К тому же, сама идея боя — перебор, но с другой... Что с другой? Не знаю я, блин. В общем, я попытался починить прибор, но без сахара мне это сделать не удалось. Блин, вот по-настоящему интересная история. Вот умеет же, когда захочет. Чтобы профессор доделал устройство. Через какое-то время мне сообщили, что работа готова и посыльный идет назад. Вот шел он, шел, связывался со мной каждые 10 минут. Внезапно он перестал выходить на связь. Я смотрю в ПДА. Нигде не вижу его сигнала. Он явно должен был вернуться за это время, но его нет. Думаешь, он умер? Он не умер. Этот сталкер слишком опытен и имеет хорошую репутацию, чтобы умереть от лап какой-нибудь твари или человека. Тут что-то другое. Что ты предлагаешь? Слушай, ты же знаешь, что... Тут есть вышка. Видел, кажется. Поднимись на нее и попробуй связаться с моим курьером. Я хорошо заплачу, если ты найдешь его. А самому не судьба. Как бы это раньше не звучало, но у меня долги перед долгом. Вряд ли им будет приятно видеть, как я буду ходить у них перед носом и лазить на их вышку. Ладно. Я попробую. Прогноз погоды. Интересненько. Интересненько. Человечек выглядит интересненько. Так, Жора Романтик. Вон старший стоит. Так ты к нему обращайся. Угу. Барай. Вылитый лесник. Привет, дедушка. Вы чего в зоне забыли? А некуда мне, сынок, идти. На большой земле мне делать нечего. Может, вам помочь чем? Нет, спасибо, сынок. Ой, вы в порядке? Сердце прихватило. Ох, сынок, я таблетки сложил в комнатке своей. Принеси их, пожалуйста. Сейчас, дедушка, я скоро. Скорая помощь. Найти таблетки Прохора. Прикольно здесь сделано все. Комнатки какие-то. Уютно, скажем так. Создает уют. Так. А где таблетки-то? А. Совсем не заметил. На диване валялись. Что за таблетки-то вообще? Известная таблетка. А вот это таблетки уже. Вот, эти. Они, да, спасибо, сынок. Не успел спросить, как вас зовут? Прохор я. Михаил. Приятно познакомиться. Я Нептун. Хорошо, Нептун так Нептун. Вам точно помощь не нужна? Пойдем, покажу кое-что. Хорошо, идем. Что это? Могила моего друга. Первому встречному сталкеру такое показывать? Мы с ним соседями были еще до аварии. После вызова всех жителей мы вернулись сюда через какое-то время. Как он погиб? Когда мы вернулись, сразу решили проверить наши дома. А там была его собака. Она загрызла его.
Почувствуем. Сынок, если тебе как-нибудь занесет на армейские склады, не мог бы ты поставить свечку в моем доме и отметить его на твоей карте? Господь видит все и помилует тебя. Хорошо, дедушка, буду там, оставлю свечку. Ну, довольно душевное задание, могу вам сказать. Хоть и, конечно, достаточно нереалистично мне представляется то, что рандомному человеку, совершенно первому встречному, обычная белая свеча. Прохор попросил поставить ее в доме на армейских складах. Лами, наверное, просто слишком много запариваюсь насчет какого-то дополнительного смысла. А с другой стороны, ну блин, хоть какая-то ну банальная подоплека этого задания должна быть. А тут просто так сразу. Зона объединяет, типа того, к этому клоните. Так, продолжаем обследовать бар. Интересно, сюда нас пустят. Со всеми вопросами. Да, нас пустят сюда, но чуть попозже. Там, как видите, есть метка чуть какого-то квестового персонажа. Так. На вышку. На вышку тоже попозже. Сначала я хочу отдать квест бармену. И, собственно, до конца обследовать бар. Там есть еще какой-то проход. Может быть, еще какое-нибудь интересное задание мы найдем. Здесь у нас что? Ни хрена себе. А, ну это типа может быть как наша комната. Просто какие-то целые коридоры. А ты кто? Мутный. Непонятно. Еще где-то техник должен обитать. Не, ну вот за такую штуку, конечно, респект. Люблю я по таким местечкам, конечно, полазить. Вообще базара ноль. А вот тут у нас, чем тебе помочь? Понимаю, сидит техник. Не, ну это... и его пьяный друг. Здорово, брат. Разные истории можешь рассказать. Контейнер артефакта, восстановление. Вот, кстати, эту штуку я бы сделал. Так, тут у нас что? Нет, восстановление сил. Плюс 2. Вот это я тоже бы взял обязательно. Ну, калаша массу никак не получится уменьшить. Так. Привет, ты бармен? Да, я тут баром заведую. А что? Ты отправлял посыльного Сидоровичу, но перепутал контейнером. Я вернул его. Отлично, Сидорович говорил о тебе. Держи за работу. Так, еще пятерка. Слушай... Бармен, вопрос странный, но ты не помнишь меня? Память осшиба, что ли? В бар много людей заходит, всех не упомнишь. Хотя, кажется, я вспоминаю твое лицо. Серьезно? Расскажи подробней. Лично с тобой я не разговаривал. И как тебя звать, тоже не знаю. Однако ты всегда был со сталкером Редриком Шухартом. Напарник твой, видимо. Редрик, ты не знаешь, где он? Точно мне неизвестно, однако, кажется, Сахара говорил о том, что к нему прибыл сталкер, представившийся Редом. Может, это и Шухарт? Сахаров? Где я могу его найти? Сахаров находится в полевой лаборатории на озере Янтарь. Туда можно попасть через дикую территорию. Благодарю, бармен. Подожди, раз уж ты все равно собрался на Янтарь, возьми эти документы и передай их профессору. Кстати, на дикой территории очень опасно. Там безумно много тварей. Хорошо, передам. Спасибо за предупреждение. Так, ну что. Следующий у нас наш пункт – это Янтарь. Интересно, девки пляшут. Мы, кто не понял, мы по-прежнему пытаемся понять, кто мы, собственно, такие.
И у нас пока это не очень хорошо получается. На всякий случай напомню, вообще, с чего началась вся эта история. Нас же нашли на свалке в болотце и притащили к Сидору. Там нас выходили. Вообще, изначально там была типа катсцена, сталкер сидел перед костром и типа говорит такое, что я вот хочу рассказать свою историю от начала до конца. И, собственно, начинает рассказывать. Нас вот нашли на свалке, мы нихера не помним о себе, у нас есть какой-то ключ. Что это значит, вообще непонятно. Документы от бармена, которые необходимо отдать Сахару, в них содержится много информации. Слушай, все и по сути, главные. Помимо как бы каких-то... отдельных квестов, которые мы выполняем между делом, у нас есть и один основной квест. Но, может быть, действительно это к чему-то интересному и приведет. Итак, прикольно, прикольно тут все сделано. Диспетчерская. Выглядит все. Дверь заперта. Туда нам нельзя. Выглядит все достаточно необычно. Даже и здание такого ни на каких локациях не видел. Так, хочу посмотреть, что здесь за квестовый персонаж обитает. Ищу себе тут коридоры. Не знаю, может быть, вам все это не особо интересно, но мне прям... казармы. Блин, на самом деле, если бы совсем с этим были связаны какие-нибудь интересные квесты. А пока что это просто... просто локация без какого-либо наполнения. Но может быть, я зря наговариваю. Так, вернемся, нам явно нужно в обычный стандартный проход, и там у нас будет стоять какой-то квестовый персонаж. Очень надеюсь, что у него будет какое-нибудь задание. Действительно, кабинет лидера долга, я так понимаю. Генерал Королёв. Нет, просто квестовый персонаж. Очень жаль. Итак, у нас есть задание. Бармен дал наводку на некого Редрика Шухарта. Якобы он был ранее моим напарником. Ученые на Интере, кажется, недавно встречали сталкера Реда. Вполне возможно, что именно тот, кто мне нужен. Сказал, что в темной долине опасно. Ой, на дикой территории. Не знаю, не знаю. Есть у нас еще вариант, конечно, вернуться вот сюда. Может быть, и зря, что я... А может быть, нас сюжет туда и сам занесет, поэтому пока не знаю, поэтому будем решать проблемы по мере их поступления. Нужно попытаться связаться с курьером-синоптиком. Это задание у нас прямо здесь, прямо сейчас. Поэтому вполне естественно, что я начну с его... выполнение. У нас, к сожалению, уже темновато, но, я думаю, пока не критично. Благо, фонарик горит исправно. Так. Нужно подняться наверх. Делается это вот здесь. Здесь особо ничего не поменялось. Так, судя по метке... нам надо еще выше. Да, куда-то вот сюда. Нужно попробовать настроить сигнал на моем ПДА. Надеюсь, человек синоптика недалеко. Исходящее сообщение. СОС. Ну, кто бы сомневался. Исходящее сообщение. Что случилось? Как ты?
А, кто ты? Слава богу, хоть кто-то. Я шел с дикой территории, нес кое-что синоптику, но я попал в пространство-аномалию. Мне нужна помощь. Я тебя услышал. Продержись еще немного, я постараюсь что-нибудь сделать. Так, вернуться к синоптику. Сами мы ничего предпринимать не будем. Ну, в принципе, так оно, наверное, и правильно. А все-таки накоплю я на свой... Мы, как говорится, сталкеры не очень опытные. Память потерявшие. Может быть, синоптик удельную идею подскажет. Курьер попал в пространство аномалии. Нужно обсудить это с синоптиком. Кажется, я понял, куда подевался твой человек. Я слушаю тебя. Я поймал его сообщение на вышке. Кажется, он угодил в пространственную аномалию. Ёлки. Есть идеи, как помочь ему выбраться? Дай-ка подумать. Точно, есть один человек. Ганс, он сейчас где-то возле бывшего входа на арену. У него должно быть оборудование для просвета пространственных аномалий. Как удобно. Оно может помочь выбраться из нее тому, кто попал туда. Устройство очень простое в использовании. Нажми на датчик и подбери нужную волну. Далее устройство засечет ближайшую аномалию и найдет координаты, по которым можно выбраться из нее. В общем, сходи к Гансу. Блин, если бы так все было просто, то целой модификации бы не существовало, правильно? В общем, сходи к Гансу, возьми у него устройство, а потом помоги моему человеку выбраться. Ну, звучит все очень банально. Опять же, достаточно интересно. По задумке задания сделали... Уж очень банально. Я вот сколько модификаций прошел, и каждый из них говорился о том, что пространственная аномалия — это такая штука, ну, из которой невозможно, сука, выбраться. Привет, немец? Почему сразу немец? Ну, Ганс. Ты об этом? Я просто немецкой техникой увлекался раньше, поэтому Ганс. Понятно, я Нептун. Синоптик сказал, что ты поможешь с оборудованием для просвета пространственных аномалий. Как ты от синоптика? Блин, уж извини, но пока он долг мне не отдаст, с ним работать не стану. Что за долг? 50 косых, я ему пушку дал свою личную. Ну, пользоваться, так сказать. А он деньги не вернул до сих пор. Короче, либо он вернет ствол, либо 50 тысяч рублей. Я поговорю с ним. То есть, какие подробности выясняются? Синоптик затолчал Гансу. Вот мы как мальчик на побегушках, просто от одного к другому, от одного к другому. Дружище, ты нам не рассказал кое-что. Ганс говорит, ты ему ствол должен. Или 50 тысяч. Блин, я и забыл уже. Я отдавал пушку и технику на починку. Спроси у него. Блин, достало меня уже по вам всем бегать. Прям мои мысли читаешь. Решил улучшить что? Синоптик тебе пушку оставлял на починку. Где она? В смысле? Поломана она еще? Я же сказал ему, что мне детали нужны. Что за детали? Импортные. Денег больших стоят. У меня их осталось совсем ничего. Лучше оставить на экстренный случай. Мало ли что. Я могу заказать, но у меня по деньгам совсем голяк. Бармену много слишком процентов отдаю за свою контору. И сколько? 15 тысяч. Должно хватить. Будут деньги, будут детали. Будут детали, будет ствол. Почему мы должны... Вот, 15 штук, давай чини пушку синоптика. И он типа моментально заказал, моментально починил. Смех, да и только. Оружие Ганса, чиненная техника. Так вот, ты нам за эти 15 тысяч ответишь. А, подождите. Кому нахер Гансу? А, все. Я уже просто запутался в этих Гансах, синоптиках. Техника вообще не знаю, как зовут. Вот такое вот задание. Туда-сюда, туда-сюда. Очень интересно и увлекательно. Voice wall. Yeah, main. Теперь реально под немца косить решил. Не только именем, но и уже языком. Практикую временами. Вот устройство. Спасибо тебе, мужик. Так. Просто при мне. Нужно смотреть вышку и найти аномалию.
Давайте обратно заберемся на вышку за устройство. Устройство, которое может помочь обнаружить пространственную аномалию. Ну, блин. Как бы с описанием заморочились. Да. Что мне делать? Прыгать? Так. Понял. Я сейчас сдохну, походу, от кровопотери. Итак, в этот раз кабаны не нападают, я успел перезарядиться. Я попал в пространственную аномалию. Ее необходимо смотреть. Там интересно, что здесь из этой пространственной. Аномалии можно спокойно выбраться обратно. Задел все равно. Так, с кабанами расправились. Сначала показалось, что это из, собственно, модификации пространственная аномалия, но нет. Из другого мода. Лесная чаща, кажется, называется эта штука. Где-то я ее видел. То ли в ловце снов, то ли еще где-то. Ну, я думаю, нам по-любому вот сюда, этот, собственно, сарай. Нет, это, слушайте, это действительно часть локации пространственной аномалии. Или это вообще она есть? Просто по мини-карте она кажется как будто меньше прям. Она, вот я сейчас по ней бегаю, и мне прям флешбеки. Да, действительно, как будто это она и есть. Мне почему-то казалось, что она там больше. Вот здесь мы сидели со всеми этими сталкерами. Да, да, это действительно она. Ну и здесь у нас есть какой-то загадочный сталкер, один-единственный. Стоит с ним поговорить. Посмотрим, что он нам скажет. Я так мельком осматриваюсь. Братан, я тут это... Путь нашел, как говорится, обратно. А, понятно. Не все так просто, да? Сейчас нас тут кровосос какой-нибудь прижмет. Эй, ты как? Ну, в моей голове? Башка, говорится, фигня вообще полная. Это рябой я, излучение, чтоб его. На дикой территории есть излучение? Я не могу избавиться. Не помню, голоса. Голос зовет. Нужно идти, я был там, я видел это. Оно залезло ко мне в мозги и говорило со мной. Оно говорило со мной. В голове звучал ужасный голос, выжигая мозги. Ужас, ужас. Не ходи туда, оно сделает с тобой так же, как сделало со мной. Дикая боль в голове. И голос шепчет мне. Успокойся, дружище, все хорошо, ты уже в безопасности. Откуда этот шепот? Шепот, шепот, скрип детских качелей. Скрипят. Оно в моей голове. Я сам стал чудовищем. Нет, нельзя, я спрятал устройство тут недалеко. Когда оно влезло мне в голову, где ты его спрятал? Эй, мужик, что ты делаешь? Отпусти оружие. Сталкер, есть важный разговор. Подойди ко мне. Сталкер мертв. Мне пришло сообщение от неизвестного. Подойти к нему. Ну, как говорится, других вариантов у меня особо нет. Нож Рябова.
Нож всегда очень холодный, даже в жаркую погоду. Может, стоит отдать его бармену? Отголоски прошлого. Труперебовый нашел его нож. Он ощущается очень странно в руке. Может, бармен он будет интересен? Почему здание называется «Отголоски прошлого»? Бьешь сразу? Ух ты. Почти сдохли. Действительно, рядом был контролер. Я хотел сказать, что труп его куда-то пропал. Ну идите сюда, ну... Еще кто? Да? Так бы сразу. Идем дальше. Еще кто такой? Странник. Здоров, брат. Это ты слал мне сообщение? Да, послушай, я знаю, что тебе нужно. Это вещь у меня. Можешь отдать ее мне? Отдам. Но только помоги мне, послушай, я оказался тут случайно. Я из другого измерения, другой вселенной. Называй как хочешь. В моей вселенной одно устройство дало сбой и создало раскол между измерениями. Поэтому разные люди из других измерений могут оказаться не там, где должны. Я должен вернуться домой. Мне нужно, чтобы ты раскидал эти маячки по нужным местам. Я отдам тебе твое устройство, когда ты мне поможешь. Другие измерения? Ладно, помогу. Чё? Ставить первую метку. Так. Занимаемся какой-то ерундой. Но в целом задание, конечно, доставляет. Но я думаю, его можно было интереснее чуть обставить. Ну, грех на самом деле придираться. Задание действительно выделяется на фоне остальных. Пространственная аномалия, как-никак, это всегда интересно. Так. Угу. Третья метка у нас, собственно говоря, в ангаре. Самое интересное, синоптик попросил найти его курьера, который нес ему какое-то устройство. Я уже, если честно, не помню, из головы вылетело совершенно. Я так понимаю, вот сейчас, по сути, это устройство у этого сталкера. Так, вернуться к страннику. Че, все здесь, брат? Готово. Больше никогда. Вот твоя штучка. Спасибо тебе огромное. И тебе спасибо. Прощай. Это все выглядит так. Опять же мы возвращаемся как так же, как и пришли, просто вот здесь выход из пространственного пузыря. Максимально дебильно. О, ладно, это не то, что нам дал. Он нам же нам дал, собственно, устройство синоптика, получен предмет. Так, подождите. Ну, у нас... А, это нет, это было устройство... Ой, я уже, короче, запутался в этих во всех устройствах. Неважно совершенно. Давайте просто вернем его и закончим этот квест. Мы посыпаемся, как говорится, вот здесь вот в ангаре. Нормальный выход из пространственного пузыря. Но в этой серии мы этот квест завершим.
целом, как я уже миллион раз повторяю, этот квест можно было обставить чуть поинтересней. Квесты сделать чуть-чуть пообширней. Слишком, знаете, как... Привет, как дела? У меня все хорошо, у меня тоже. Давай пока. Вот квесты из такого разряда. Ну, грех жаловаться. Как говорится, сам создай, попробуй. Хотя бы так. Курьер попал в пространственную аномалию. Он застрелился. Да, видать, судьба такая. Хреново. Само устройство-то при нем было. Пришлось поискать, но устройство я нашел. Оно хоть? Да, благодарю. 15 еще нам дал. Просто отбили свои же деньги. Побегали туда-сюда и дали. Так, а кстати, насчет ножа. Знаешь, сталкера Рябова? Кажется, да. А что? Он погиб. Угу. Он ведь в одиночку много ходок делал в центре и выживал. У меня есть его нож. Отдай его мне. Тебе он ни к чему в любом случае. Забирай. Еще 5 он нам дал. Прям такой стандарт, скажем так. Опять же... Что можно интересного надыбать? Кстати, кобра, да? Да, кобру я хочу. Что тут по патронам? Чуть-чуть можно взять, я думаю. Ну вот, как-то так. Что ж, на этом будем заканчивать нашу серию. У нас получается как... есть небольшая такая развилочка, чем сейчас заниматься. Я даже... Во-первых, мы можем отправиться, допустим, на армейские склады. Либо в темную долину. Ну, либо по нашему основному заданию. Ну, наверное, что я сейчас и сделаю. И до этих квестов еще когда-нибудь, думаю, доберемся. Ну, а на этом будем заканчивать, друзья. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, а с вами, как обычно, был Арза. Не забывайте, кстати, еще комментарии оставлять. До встречи, сталкеры.